Идем на рынок Санта-Марта, практически пришли уже. Сегодня очень тепло. Очень тепло. Градусов так 35-36. Вон они под зонтиками ходят. Мы все идем, потом обливаемся. Ну и вот с длинным рукавом рубашка, вон вся мокрая. Видно, нет? У меня рубаха мокрая. Очень тепло сегодня. На Кубе, на Вородеро. Надеемся, что рынок работает, потому что иначе насчет фруктов обломимся. Придется завтра идти. Сейчас у нас часа два где-то. Что, выбрали, нет? Нет, пакет. Пакет. Трехлетнюю взял, да? Да, мне так, как сувенир. Mucha gracias, señora. Yes. Чипсы. Какие будешь брать? А сколько, не один, да? А, ¿cuánto son? Uno? ¿Cuánto es? Cinco pesos. Пять песо национальных. CUP. Кубана. Куб. 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 Кук. Кука. 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 Сегодня очень тепло, как я уже говорил. Ну, кубинцы говорят, сейчас поговорили вот здесь. 33-32, но я думаю, все 35. У меня вся рубашка мокрая. Я как будто бы вот из-под крана. Ну, парикмахерская местная. Это один национальный. 25-35. Близко не получается снять. Рыба какая-то мороженая. Что она получается? Джем из гуявы. Из гуавы. Башка отключается от жары. Это манго, огромные банки. По 3 кука. Чуть больше 3 кука. Там рис, наверное, или что там. Насчет фруктов мы обломились. Идем обратно в отель. Надо было с утра прийти. Завтра пойдем фрукты покупать. Индийское каноэ. Понял. Так, я просто тыкнул пальцем, которое вот это самое дорогое. За 1,5 энсалада. Вот Леша говорит, в Москве такой рубль стоит. Да, Леша? Рубль? Я думаю, да. А здесь это обошлось 1,5 кука, 120 рублей. Не, много что-то, 100, 110 где-то рублей, да, 120. На 3 ножа. А, так и ножи. Течет все. Да ничего, дальше не утечет. А ты заказал, не помнишь, какое название, Шамиль? Империал. О, мороженое. Нормально мороженое, круто. Кубинское мороженое. С краев водки слизывать. Короче, сначала заказываешь здесь, а потом выбираешь вкусы там, вот, вкусовые добавки. Угу. И ценник, это форма. Ценник это около 100 форма рублей. Да. Форма. Да, плюс-минус там около сотки, короче, ценник замороженный. Типа нашего Baskin Robbins. И вот это мороженое реально вкусное. Не как там. Знаешь, в Москве рубль, да? Нет. Рубль? Ну это да. А здесь 100 рублей. Я, знаешь, там, что мне не понравилось? Чё? Я вкус не выбрал, мне принесли гуаяву. А я этой гуаяву уже, блядь, стаканами обожрался. Мне просто... вот это вот. Спроси ее, что это за вкус. Оранжевый. Это просто какое-то классное. Да мы просто попросим повторить и все. Короче, едим, да, это манго. Едим мороженое в кубе. Нет, это манго.
Вот это вкуснятина за полтора, да, за полтора кука. Мне нравится манго. Называется энсалада. Дороже нету, это самое дорогое. 5 шариков. Это обед целый, присел, наел. Кубинское мороженое. Вообще тема, да? Нам бы такое. Блин, в Комсомольске-на-Амуре такое, ну, штуку будет стоить. Если Леша говорит, в Москве такой рубль, запросто. А здесь всего лишь сотка. Еще пирожное внизу. Вот здесь пирожное. Оно там было? Или его принесли? Было. Блин, это, мне кажется, алкоголь. Ну вот это вот алкоголем что-то, да, есть чуть-чуть. Нет, она сказала всего лишь одно с алкоголем. Это вот это вот. Это может всего и добавили сюда. Нет, только одно с алкоголем. Вот это мне понравилось. Вот это. Да я все подряд не наливаю. Мне все подряд нравится. Как отдают эти шоколадки. Свежесть. Вон течет, говорит. Свежесть. Тут вы помогаете, я не успеваю. Манго. Манго классный. По-моему, это манго. А мне вот это, конечно, может быть, она и с ликером, но вот это без вкуса. От такого я не опьянею. Реально рубль, да? В центре Москвы такое. Ну, Баткине это не меньше рубля будет. Так что на Кубе, ребята, мороженое в 10 раз дешевле. Приезжайте. Натуральнее. Да, и вкусное, да? Реально вкусное. Реально вкусное мороженое. Оно вкуснее даже, чем там. Заменить или не чувствуется? Так, наверное, оно быстро тает, потому что натуральное, не напичканное. Ну, еще плюс сегодня, не забываем, 35 градусов, жара стоит страшная. Мы все мокрые, просто мокрые. Парни вот это целуются. Моя. Я понял, до чего вода. Где? Парни поцеловались там в магазине тоже. Да, ладно. Им же это нравится. Какие парни? Главное, что нам это не надо. Мы любим девочек целовать. Тут всяких вкусняшек. Тут вон это. Вот это вот пирожный дульсис. Смотрите цены. Это кофе. Это мороженое. Да, круто. Крутяк, да, для этого? Для Санта-Марта. У тебя скоро вытечет. Ничего, пей. Не вытечет. Ну все, всем пока, а то мы не успеваем, короче, снимать и есть. Покушали мороженое вдоволь, я что-то давно не ел, столько сладкого. Но маленько жара спала. Это было вообще невозможно. Время 3:30, идем в отель. Вечером сегодня шоу будет, представление. Ну а сейчас на море идем. Можно просто любую, через более-менее, такую приколоться. Не ходите вот с русским парнем. Вроде и такое все понятно, не такое неприличное. Да, да. Не хамское, не хамское. Покушали мороженого хорошего. Идем купаться сейчас в отель. Но жара маленько спала, тут вообще, короче, грело так, что мозги вырубает. Время 4 часа. Да,
Красивая пальмовая рощица, да? Вот этот мост отделяет Варадеро от Санты-Марты. Сюда не пускают нелицензированных. Повозки я имею в виду. Зона 1, видишь? Зона 1 это вот самая близкая, да, к Варадеро получается. А что-то сегодня никого здесь нет на посту, да? Винтов нету. Не видно. Что там? А, рыба? Ну да, рыбина такая. Рыба не главная, ну рыба маленькая, видишь? Ну, рыбы тут полно. Нет. Да просто можно сетку ставить или неводом пройтись. Бреднем, как у нас говорят, бреднем. Интересно, на удочку она ловится, нет? Ты как думаешь? Они берут банку, привязывают к ней леску, и вот этой вот банкой с леской и крючком ловят. Они плохо, просто банка и леска. Наматывают леску на банку, когда банка дернется, все. А, ну типа как поплывка делают. В Гаване мы видели, ловили, да. Нет, банка наружу лежит на пристани. В воде ничего не плавает. Ну хоть маленько посвежело. Или это после мороженого мы так поохладили чуть-чуть. Может, после мороженого. Ладно, идем плавать.